Кировчан ждет настоящая жара. После 10 июня столбики термометров могут подняться до отметки плюс 35 градусов. Об этом пишут в паблике «Любительская метеорология» в Кирове. В такую погоду не стоит пить сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай, а также алкоголь. Из-за сахара они не утоляют жажду, а только усиливают обезвоживание, предупредили в Роспотребнадзоре. Жара приводит и к ухудшению условий труда. Особенно сложно приходится тем, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, где нет кондиционера. Если он есть, температура в здании должна быть плюс 24, плюс 25 градусов. Работать на открытом воздухе нежелательно при температуре свыше 32 градусов.